Немножко так полукольцом сделайте, чтобы всем было видно и удобно. Чуть-чуть, отойдите, пожалуйста. Представлена демонстрация систем защиты подсолнечника. То есть здесь у нас три варианта. Эти варианты чем отличаются? Фунгицидной защитой, гербицидной защитой и рострегуляцией. На первом варианте, вот вы его видите, применена почвенная схема челлендж 2,5 литра плюс 1,5 литра харнеса. За стендом находится контроль. Можете увидеть падалицу рапса там и сорняки на контроле. На основном массиве почвенная схема сработала отлично. Дальше мы здесь сработали фоксом. Фунгицидом, да, уже сработали фоксом. И внесли церон. То есть вы можете видеть, подсолнечник весь ровненький стоит. Он немножко ниже, чем на том варианте. То есть церон уже работает. Дальше еще больше будет действия церона видно. Да. Для чего необходимо внесение церона на подсолнечник? Рост регулятора церон. Да. Если у вас интенсивная технология выращивания, вы вносите большое количество удобрений, закладываетесь на высокий урожай, пошли дожди, большое количество осадков, подсолнечник в период интенсивного роста, где-то от 10 листа и до цветения, очень сильно быстро вытягивается и может лечь при сильном ветре. То есть церон снижает высоту. Второй момент. Если вы планируете фунгицидную обработку провести по цветению, церон снижает высоту, даже самоходному опрыскивателю гораздо легче заходить. Вы не обрываете корзинки, там где проходит самоходный опрыскиватель в месте прохода, вы не обрываете на опрыскивателе провода, фары, трубки и так далее. Потому что часто это бывает, это высокий подсолнечник. И третий момент, за счет выровненности посева, то есть он весь становится как под линеечку выровненный. Вы снижаете потери при уборке. То есть легче убирать потом. Вот три основных месседжа по внесению церона. Ну и еще корневая система более развитая. То есть мы немножко тормозим междоузлия, как бы как таковые, и лучше формируется корневая система. Температура церона, значит, церон начинает работать где-то оптимально от 15 градусов, а до 25. Вот в этом температурном режиме можно работать. В этом варианте использована страховая схема. Здесь внесли 1,5 литра на гектар челленджа по всходам, по второй паре настоящих листьев. Тоже можете видеть, посев абсолютно чистый. Ну, на нижних листьях присутствует немножко симптомы фитотоксичности от челленджа. Но это не критично. Листья, в принципе, целые, фотосинтезируют, работают, как бы. А на урожайность влияет? На урожайность не влияет. До скольких листов можно носить челлендж? Сейчас мы дальше перейдем, там будет, я это прокомментирую. Тут не было внесено церона, можете видеть, по высоте он отличается. Он, во-первых, не такой выровненный и выше. Но это максимальная доза, здесь было 2 литра челленджа по всходам, то есть больше мы челленджа не рекомендуем вносить. И на этом варианте мы применили челлендж двукратно. Первый раз по семядолям 1,5 литра подсолнечника, да. По семядолям подсолнечника. И второй раз по второй паре настоящих листьев. Тоже можете видеть, фитотоксичность минимальна, подсолнечник в росте не отстает, отлично работает гербицид. То есть, если у вас высокий фон засоренности, сорняки всходят в разные фазы, вот эта технология, вот это двукратное применение челленджа, оно будет оптимальным. То есть, вы сработали один раз, сняли тот сорняк, который первый зашел, и потом сработали там где-то через 10-12 дней, второй раз. И сняли вторую волну. Нет, до посева не давали. Только по всходам. Да, по всходам вы внесли. Вторая фаза внесения привязывается больше к росту. Нет, только по сорнякам. К сорнякам. На подсолнечнике можно вносить и после второй пары. Просто выше будет фитотокс. Он на себя возьмет больше гербицида. Вот, работать надо семядоли, первая пара, максимум вторая пара сорняков. Тогда эффективность будет высокая. Тут технология внесения, она похожа на работу бетоналами на свекле. То есть по минимальным фазам развития сорняков надо работать, чтобы была выше эффективность. По семядоли сорняков или по сорняков? Тут вносили по семядолям подсолнечника, чтобы показать, что в семядолях подсолнечник выдерживает 1,5 литра, ничего с ним не случается. То есть
Если есть необходимость раннего внесения, можно практиковать внесение по семядолям. Какие сорняки? По сорнякам, значит, отлично контролируют щерицу, отлично контролируют крестоцветные сорняки все, отлично контролируют лободу, где-то лободу до третьей пары настоящих листьев, контролируют нетребу в первой паре настоящих листьев, дурнишник, да. Контролируют канатник теофраста, отлично, до второй пары контролируют. Амброзию, ну где-то 50% эффективности, там где амброзия была в семядолях, она погибает, там где амброзия была в первой паре листьев, частично погибает, частично остается. Там, где была во второй паре листьев, она отстает в развитии, но потом начинает подниматься опять. То есть по амброзии эффективность процентов 50 будет. А лужный горошек не берет? Нет, горох нет. Нет. А как почва на амброзию не держит? Нет. Горошек. В первой паре. И переходим к демонстрации систем защиты ярового ячменя. Если у кого-то есть вопросы...